Я считаю то, что наш президент, наш лидер страны достоин звания Героя России. По одной причине, потому что у нас сегодня имеют министры звания Героя России, губернаторы звания Героя России, а президент, поистине патриот нашей страны, не имеет такого звания. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Путин, и первый маршал бой нас поведет. Когда нас в бой пошлет товарищ Путин, и первый маршал бой нас поведет. Верховному главнокомандующему России Путину! Ура! Ура! Ура!